Здравствуйте, в эфире вновь срочный выпуск новостей НТС. В студии Манас Айджигитов. Выросло число погибших в результате авиакатастрофы, которая случилась сегодня утром вблизи аэропорта Манас. По последним данным, количество жертв достигло 35 человек. Напомним, грузовой самолет примерно в 7:30 утра при посадке на взлетно-посадочную полосу, не долетев до нее, рухнул на близлежащий жилой дачный поселок «Авиатор». Как рассказывают очевидцы, самолет практически смел под собой более 30 жилых строений. Погибли целые семьи. Известно, что в самолете находились 4 члена экипажа, трое из них погибли на месте, один из них скончался в больнице. Отметим, грузовой лайнер принадлежит турецким авиалиниям. Он совершал полет из Гонконга в Стамбул. В Бишкеке пока, по предварительным данным, известно, что он собирался совершить топливозаправку. На месте крушения сейчас продолжаются спасательные работы. Район ЧП оцеплен. Первые кадры с места были сделаны съемочной группой НТС. Далее смотрите видео без комментариев. Многие семьи в момент крушения самолета находились дома. Многие люди спали, когда на их дома с неба рухнул лайнер. Дети собирались в школу, взрослые на работу. Известно, что часть жителей села работали в аэропорту Манас. Сейчас на месте работают медики, психологи, разбор завалов продолжается. На месте работают кинологи с собаками. Местные жители, узнав о ЧП, приезжают и ищут своих родственников. Как упал самолет, я не видел, только услышал взрыв, стало очень ярко. Сразу встал и выбежал из дома. Это было примерно в 7-7:15 утра. Я сразу туда не пошел, пришел где-то через полчаса. Там уже люди толпились. Взрыв прогремел примерно в 7:20. Я сразу вышел на улицу, а там все горело. Я не сразу понял, что это был самолет. Мне потом другие люди сказали. Близко нас не подпускали, все оцепили.
Скорее всего, их будет больше. На месте крушения сейчас находится представитель правительства во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым. Министр транспорта и дорог Джамшитбек Калилов сообщил журналистам предварительную причину крушения самолета. По его словам, разбившийся Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines не вписался в посадочную полосу аэропорта Манас. По другим данным, крушение потерпел аэробус А-330. Как сообщил журналистам глава парламентского комитета Жогорку Кенеши, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Тем временем, по другим сообщениям, поступившим от аэропорта Манас, турецкий грузовой борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Затем самолет задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации. Аэропорт, как сообщается, после случившегося сразу же был закрыт. Сейчас все вылеты и прилеты в авиатерминал приостановлены на неопределенное время. Аэропорт Манас на данный момент закрыт и не принимает, и не выпускает воздушные суда. Когда откроется аэропорт, будет известно чуть позже, потому что руководство и сотрудники аэропорта задействованы и на месте происшествия сотрудниками МЧС. После того, как работа там будет локализована, уже завершена, соберется совещательная группа вместе с АГА, агентство гражданской авиации, и после только этого решится вопрос возобновления работы аэропорта. В ближайшее время, как сообщается, для родственников и пострадавших в результате авиакатастрофы будет организована горячая линия. Пострадавшим и родным погибших будет выплачена компенсация. Президент Алмазбек Атамбаев распорядился оказать всемерную поддержку и материальную помощь всем пострадавшим. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Правительству поручено тщательно исследовать причины трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы. Мы следим за развитием событий. Более подробную информацию о ЧП смотрите в наших следующих выпусках.